На Чебоксарском заводе силовых агрегатов открылась новая производственная площадка по выпуску специализированной техники. Широкий модельный ряд вилочных погрузчиков и машин-универсал, которые пригодятся и коммунальщикам, и аграриям. Возможности новинок оценили министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики Дмитрий Краснов и министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов. Промышленность уже давно использует вилочные погрузчики. Так можно отказаться от тяжелого физического труда человека и значительно оптимизировать производственные затраты. Вилочный погрузчик в некоторых технологических и производственных цепочках просто незаменим, особенно где требуется перемещение на небольшое расстояние довольно крупных и тяжелых предметов. На российском рынке фактически нет производителей полной линейки вилочных погрузчиков, электрических, газовых и дизельных. Соответственно, мы будем являться единственным производителем, который освоил и организовал производство вот такой широкой линейки. Погрузчики от ЧЗСА удобные, компактные, качественные и надежные. В целом не уступает по всем характеристикам, по ходовым качествам и вообще в работе. То есть любому водителю КамАЗу ты можешь объяснить, почему нужно пересесть на волжский погрузчик. Да. Открытие новой производственной линии направлено на реализацию программы по импортозамещению, созданию новых рабочих мест. Впереди пора новых возможностей и технологий. Это гордость республики, это уникальная продукция, которая точно должна пользоваться спросом. Это доступ к контрактам, доступ к рынкам, соответственно, возможности этого предприятия, которое есть на сегодняшний день у нас в республике, они дают большой потенциал не только для кооперации внутри региона, но в том числе на российском уровне. Со своей стороны окажем все возможные меры поддержки, как с точки зрения использования федеральных мер поддержки, так и с точки зрения продвижения на региональном уровне. Это показывает, что люди думают во временном периоде на 5-10 лет. А тот, кто играет в долгую, тот всегда выигрывает. Екатерина Шеверова, Бахтияр Велиев, Республика.